Приветствуем всех, и что-то пошло не так. Как можно заметить, нам пришлось начать заново, так как в прошлый раз мы потерпели неудачу. Не проиграли, но все же. И в этот раз по какой-то причине враги нас игнорируют. То есть раньше они набегали волнами, причем конными лучниками, и умудрялись этими лучниками сносить стены. Почти сносить, так как мы все же гоняли наших крестьян их ремонтировать. Но тем не менее, эта осада была просто бесконечной. А вот сейчас мы уже успели более-менее укрепиться, а их все еще нет. Но тем не менее мы сделали небольшой поисковый отряд. Сюда. И сейчас еще раз поговорим с тем отшельником, которому нужно найти некую реликвию. Ну и соответственно этим же отрядом реликвию будем искать. У нас как раз таки есть генерал, посмотрим, что он может в бою. Кавалерия против пехоты и кавалерия против конницы. Warrior of the Emperor who seeks to pass through these mountains. If you bring me a sacred relic, I will show you a hidden passage through the mountains. Где может быть реликвия, это, конечно, отдельный вопрос. Но если нас так и не будут набрать, то мы спокойно осмотримся и, думаю, сделаем все, что от нас требуется. Готово. Так, а что с ними делать-то? Ну, значит, особо некуда. Ладно, пусть стоят где-нибудь здесь. На всякий случай, если вдруг враги все же придут. Специально для них хозяек оставили. И да, какой немного неудобный момент, то что вот бойцы пехотные ближнего боя весьма плотно становятся. Из-за чего, когда приходится действовать лучникам, они недостаточно эффективно их прикрывают. Как по мне. Правда, тут один вопрос. Было бы странно, наверное, все же, если реликвия где-то здесь находится. Но с другой стороны, если она находится на территории противника, то... Если мы уже прорываемся на территорию противника, какой смысл нам искать обходные пути? Чува! О, кажется, есть куда направить крестьян. Цуми! Чува! Чунбехала! Чува! Цуми, Куангун! Шида! Чува! Хода! Хода! Да, как-то все очень спокойно. Чува! Цуми! Хода! Я да, только сейчас подумал, что если нам все же придется штурмовать укрепление противника, у нас нет бойцов, которые должны идти укрепление рушить. О, уж нет ли реликвия? Хорошо. Хода.
Сейчас еще немного осмотримся на всякий случай. А, ну, пока что можно, наверное. Сюда. Кого-то из героев за реликвии отправить. Суми! Чува! Давай сюда! Чува! Суми! Суми! Хорошо, крестьяне занимаются добычей. Суми! 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 Хода! Суми! Хода! 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 Суми! Хода! Хода! Чува! 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 Суми! Это хорошо. Чува! Хода! Чува! Суми! Суми! Чува! Ну-ка. Все же не могут, да? Чува! Ну, на всякий случай мы знаем, что здесь есть два хода. Чува! Хода! Хода! Ну, в теории кавалерия подоспеет как раз таки, когда он донесет. Но это только в теории. Потому что у меня такое ощущение, что парень идет пешком почти с такой же скоростью. Так, хорошо. Чува! Хорошо. Чува, чува! Так, вы сюда. Чумши. И сейчас вся толпа пойдет через переход. Чува! Чумши. Чува! Excellent. Follow me. Чува! These boulders block your path. My magic are a mere illusion. You may pass right through them. Чува! Что-то не похоже. Чува! Хода! Чува! Хода! Ну-ка. Чува! Я уже мой фэнфу. Замечательная иллюзия. Туми! Чува! Чува! Туми! Шумши! Чува! Да, уж можно уничтожить. Шумши! Чува! Чува, холода! Чува! Ну, как говорится, мы пытались. Чува! Чува, холода!
发。遵命。好的。出发。什么事？准备好了。Ну хорошо, я тебе буду здесь на всякий случай. Чува! Интересно, а что ты, конечно, выбрали? Да, про этих ребят мы немного подзабыли. Так, хорошо. Ну, ловимся тем, что есть. Может, успеем. Так. Вперед. О, обратно не забыли? Проблема в том, что их вообще не видно здесь. Так, потеряй двоих. Хорошо. Зуми. Чува. Зуми. Чува. Кунти. Кунти. Сорок. Тридцать один. Шумши. Шида.
是的。是的。Так, то есть берут либо Пикси, либо Терракотовых. Лучше отправлять. Зуми. 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 Хорошо. Зуми. 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 Стоп, это... Это какие-то другие ребята? У них даже башня не возведена. Не, вы здесь стойте. Наши потери. Три конных лучника. Два антипехотинца. Да, что здесь не так? Видимо, в этот раз что-то у противника дало сбой. Впрочем, как и с этим перевалом. Наш противник. Но на этом пока что все. The mountain base has been destroyed. G's temple must be near. Look, there, up in the sky. Temple, it has been completely destroyed. I hope that G has made it out alive. We need to find him.